Я вітаю усіх глядачів парламентського. В ефірі проект «Політика UA». Сьогодні про пріоритети парламентської роботи говоримо із гостею нашої студії. Вітайте, це народний депутат України, екс-міністр соціальної політики Наталія Королевська. Наталія Юріївна, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, чи не головне питання цього тижня – це розгляд у першому читанні бюджету на 2017 рік. Ви і ваша фракція визначилися із тим, як будете голосувати? Ми, звісно, ізучили даний документ. Мы также подготовили наш альтернативный проект, передали его в бюджетный комитет. Надеялись, что будет какая-то дискуссия, профессиональное обсуждение, поиск правильных решений. В ответ мы ничего не услышали, и поэтому, безусловно, этот бюджет мы поддерживать не будем. А відсутність дискуссии означает, что жодна ваша инициатива не была врахована и нет в этом проекте? Смотрите, сегодня мы рассматриваем бюджет, дорожную карту нашей страны на 2017 год. Как мы будем жить в 2017 году? У нас есть два пути. И сейчас нужно определиться, каким путем пойдет страна. Какое направление выберет нынешняя коалиция, правительство, парламент. Со своей стороны мы предложили, давайте закопаем топор войны. Давайте объединим свои усилия, создадим сегодня мирную платформу и поведем страну по пути мира и человеческой безопасности. К сожалению, сегодня вот эти партии войны, вот эти радикальные настроения, они не готовы к конструктиву, они не готовы к миру. У них война в голове сейчас сидит. И поэтому они предлагают нам бюджет войны и неэффективного использования ресурсов. Конечно, мы за это не можем проголосовать. Но вот вдумайтесь. В этом бюджете предложено 5,7% ВВП, а это порядка 149 миллиардов гривен, потратить на правоохранительные органы, потратить на армию. Но в любой европейской стране, цивилизованной, богатой, хорошей стране, больше 3% ВВП на эти затраты не идет. Але ж у нас ситуація особлива. Сложна ситуація, безусловно. І ми дуже сподіваємося, що і вчорашня зустріч в нормандському форматі, і політичний діалог вирішать цю ситуацію. Ми всі абсолютно єдиногласно розуміємо, що нам потрібна сильна безпечність в країні. Давайте подумаємо, що таке людська безпечність? Це тільки танки, ракети і сьогодні військова мілітаризована машина? Это только безопасность. Ну, для меня, например, как для мамы, да. Ну, конечно, очень важно знать, что мой ребенок защищен, что дети чувствуют себя безопасно в стране. Но не менее важно, хочу обратить на это внимание, это быть уверенным, что есть доступ сегодня к качественной медицине, что сегодня есть возможность детям учиться в нормальных, хотя бы теплых школах. Что сегодня люди, которые уходят на пенсию, ну, получат хотя бы свою заработанную пенсию. Это человеческая безопасность. И здесь нельзя выбирать путь либо один, либо второй. Здесь нельзя говорить, что все, сегодня война, и мы пенсионерам не индексируем пенсию, замораживаем социальные стандарты, сегодня закрываем, оптимизируем школы, оптимизируем, закрываем больницы, ФАПы и так далее и тому подобное. Не платим пенсии сегодня работающим пенсионерам, госслужащим местного самоуправления, забираем 15% пенсию работающего пенсионера. То есть доводим страну до тотальной бедности. И это показывает нам все, не говоря уже там о международных рейтингах. Мы же общаемся с людьми, мы же видим, что сегодня происходит. Но все, но нужно остановиться. Наталья Юрьевна, а вот такая ваша категоричная позиция саме під час первого читания бюджета, она не призведе, что вы, по сути, будете поза бюджетным процессом, адже ну, будет еще второе читание, и, возможно, какие-то правки, возможно, было внести? Мы подадим все поправки, мы подготовили абсолютно все предложения, и мы рассчитали, показали, вот, ну, за счет чего сегодня взять 8, там, 79 миллиардов, мы им показали, да, как эти деньги сегодня правильно распределить на финансирование медицины, образование, повышение пенсий, индексацию социальных стандартов. Но не бывает так, когда ну вот все расчеты показывают, что сегодня самый прожиточный минимум, это вот на самом низком уровне, это 3000 гривен, да?
А приходит Министерство финансов и на какой-то своей математике рассказывает, что по их расчетам у нас прожиточный минимум будет 1000, там, для пенсионера 1370 гривен. Ну как можно, когда тотально растут сегодня долги по ЖКХ, когда сегодня люди перестают лечиться, когда сегодня субсидии переназначают только 15 миллиардов гривен прошлого года. То есть, ну, машина работает неправильно, да, и не нужно дальше смотреть на нее и еще дальше усугублять это положение дел. Поэтому мы предложили бюджет человеческой безопасности, где, конечно, предусмотрены и все необходимые инструменты, чтобы обеспечить сегодня качественную, нашу профессиональную, военную безопасность. Но в то же самое время, ну ни в коем случае нельзя доводить милитаризацию страны за счет самых простих і самих незахищених людей. Позиція ваша по бюджету зрозуміла. Цього тижня уряд відзвітував за півроку своєї роботи. Чи побачили ви позитиви? Да, там, по-моєму, прем'єр похвалив предыдущее правительство Яценюка. Там, как те хорошо работали. Ну, и как там кукушка хвалит петуха, там, и так далее, и тому подобное. Знаете, у меня один вопрос. Сегодня они довели пенсионный фонд до банкротства. Они за счет этого не повышают пенсионерам пенсии. Не делают сегодня справедливую пенсию, когда разрыв между годом выхода на пенсию у человека в размере пенсии превышает там 2-3 раза. Они все это объясняют тем, что ой, караул, у нас проблема в пенсионном фонде. Вот мы проанализировали, они недополучили пенсионный фонд 60 миллиардов гривен. 60 миллиардов гривен они не получили дохода пенсионного фонда. Из-за чего? Из-за того, что их иностранные министры приняли непрофессиональные решения. Они уменьшили ЕСВ, они не получили эти деньги в пенсионный фонд. Что такое 60 миллиардов гривен? Ну это чтобы наши пенсионеры нас понимали. Это 500 гривен ежемесячно к пенсии каждого пенсионера. Это вот у вас взяли в карман, залезли, не дали вам туда эти 500 гривен из-за того, что у нас иностранному министру захотелось там поиграться, поекспериментировать с единым социальным взносом. И вот она, цена ошибки. Но это как плохая мета снизить податковое навантажение и не працює. Мы знаем, куда дорога ведет с благими непрофессиональными мечтами. Да? Так вот, хватит. То я бы хотела на отчете на этом услышать. Да? Кто будет отвечать за недополученные 60 миллиардов гривен пенсионный фонд? Кто будет отвечать за то, что сегодня у пенсионеров просто недопустимые маленькие пенсии? Кто будет отвечать за колоссальное падение экономики? Где точки принятия решений? И как они планируют выйти из этой ситуации? То есть мы со своей стороны мы им предлагаем дорожную карту. Они считают, что они умнее. Мы хорошо, мы даже не возражаем. Но вы нам покажите, куда идем. А мы пока идем по туннелю, свет в котором они включать не собираются. И говорю, бюджет 2017 года, который они предлагают, что к концу 2017 года долг, государственный долг Украины будет равен 90% ВВП. Ну, для сравнения, к концу 2013 года это было 40% ВВП. То есть они его увеличили более чем в два раза. Как отдавать это долг? Они понятия не имеют. То есть, давайте сегодня погуляем на чужие, а потом каждый на свои. Ну, нас, например, это абсолютно не устраивает. Поэтому есть шанс. Мы, конечно, не сдадимся, и мы никогда из себя обиженных и оскорбленных не изображали. Да? Мы понимаем, что сегодня сложное время. Мы понимаем, что сегодня тотально непрофессионалы у власти. Мы понимаем, что в любом случае это время закончится. И наша главная задача – это не допустить им сегодня принятия, знаете, неисправимых ошибок. И поэтому наши проекты бюджета будут. Сегодня также рассматривается в парламенте мой проект бюджета, альтернативный, потому что правительство хочет продлить налоги на пенсию в 2017 году, отменить выплату, ну, продолжить не выплачивать пенсию работающим пенсионерам, госслужащим, местное самоуправление, научным работникам в 2017 году. И поэтому мы зарегистрировали альтернативный закон и будем сегодня надеяться... То вы такими альтернативными шляхами? Конечно, что хотя бы хоть какие-то там проблески сознания в этом парламенте будут. Потому что вот они предлагают сейчас и стипендии отменять, то есть там по социально незащищенным, по детям-сиротам, по детям-инвалидам. Ну, вы знаете, вот когда читаешь и думаешь, неужели какой-то умный человек думает, если ты заберешь
для малообеспеченного ребенка, для ребенка-сироты, заберешь у него стипендию, не выплатишь пенсию ребенку-инвалиду. Если ты не доплатишь бабушке пенсию сегодня, из-за этого страна станет сильнее и богаче. И от того, что ты за это деньги даже построишь сильнейшую армию, мы станем чувствовать себя достойнее. О затратах бюджета. Ну, вот я взяла и выписала. Просто, чтобы наши люди знали об этом. Вот куда они нашли деньги, куда потратить, куда они предлагают потратить деньги. А на пенсию они говорят, нет денег. Ну, вот первое, на Евровидение 455 миллионов. Слушайте, ну, пейте плясать. В то время, когда сидят пенсионеры и недоедают, и недополучают лекарства, ну, это кощунство. Дальше. На реставрацию Мариинского дворца. Вот у нас дворец тут надо, а то депутаты ходят, а там некрасиво. 100 миллионов гривен. На строительство стены этой позорной, стены позора Яценюка. 200 миллионов гривен. На увеличение финансирования кабинета министров 114, на Верховную Раду 44 миллиона, на Министерство финансов плюс 140 миллионов, на Министерство там, образования плюс 40 миллионов и так далее. Там. То есть реальные деньги статьи есть, это реальные статьи, заложенные сегодня в бюджете, которым они будут голосовать. И это миллиарды гривен, которые они находят и которые на себя любимых они потратят. И причем здесь, извините, к Министерству финансов увеличение финансирования на 140 миллионов. Да если бы у них мозгов от этого хоть на 1 миллион добавился, то было бы не так жалко. И причем здесь мы говорим о безопасности, мы говорим о том, что в стране война. Так что, они от этого калькуляторы, что ли, начнут более качественно использовать? Нет. Поэтому нечестно, непатриотично и недопустимо в такое сложное время принимать вот такие непрофессиональное и неадекватное решение. Пані Наталі, я знаю, що опозиційний блок ініціює парламентські слухання якраз таки на тему становища, матеріального становища наших громадян. Якраз таки за рахунок цього ви і хочете акцентувати увагу саме на тих проблемах, на які варто звертати її? Ми використовуємо всі можливі сьогодні інструменти. Ми звертаємося в суди, в конституційні суди, ми даємо альтернативні законопроекти, ми настаиваем на проведении парламентских слушаний, потому что мы считаем, самая большая сегодня, самая глобальная угроза для нашей страны – это тотальная бедность. Это бедность людей в Украине. И поэтому прятать голову в песок, не обращать на это внимания, не предпринимать сегодня никаких действий и надеяться, что люди как-то сами выплывут, мы считаем это преступление. И поэтому всеми доступными инструментами мы будем делать все для того, чтобы защитить наших пенсионеров, поддержать сегодня детей, молодежь и дать людям надежду на завтрашний день. Потому что никто, кроме нас, граждан Украины, так не любит свою страну. Никто, кроме граждан Украины, не наведет у себя в стране порядок. И сегодня у нас есть возможность объединить свои усилия и обязательно победить. Победить бедность, неадекватность и создать ту страну, которой бы мы все гордились. Давайте в це вірити спільно. Я вам дякую за цю розмову. Наталія Королевська, народний депутат України, екс-міністр соціальної політики України, була гостею нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.